Вопросы воспитания детей – одна из приоритетных и основных направлений в образовательных учреждениях. В средней школе номер 4 прошел семинар заместителей директоров по воспитательной работе, тема которого была выявление трудностей в работе классных руководителей с учащимися и их родителями, создание ситуации успеха для детей с пониженными способностями. В программу вошли несколько уроков с учащимися начальных и старших классов. Первый урок носил название «Праздник дружбы, толерантности и добра». Скоро все поймете сами. И навсегда возьмете наш секрет с собой. Да, наверное, мы разные, но все при этом равные. Мы все имеем равные права смеяться и грустить. Мы все для счастья рождены, и так тому и быть. Как отметили педагоги, важным элементом в процессе воспитания детей является ознакомление с толерантностью, то есть терпимость к иному мировоззрению, образу жизни и поведению. В качестве гостей на мероприятие были приглашены педагоги школ города. Второй урок, который состоялся среди старшеклассников, был посвящен теме «Россия – многонациональная страна», где участникам рассказали о государственности, а также о культуре и народов, проживающих на территории страны. Учиться, отдыхать нужны законы. Главный закон, определяющий жизнь государства, права и обязанности его граждан, это Конституция Российской Федерации. День принятия Конституции 12 декабря является государственным праздником. Завершающим этапом комплексного мероприятия стал урок «Мир моих увлечений», где школьники показали мастерство и талант в разных направлениях, такие как живопись, рукоделие, моделирование и дизайн одежды, музыка и ряд других, с целью, чтобы дети сумели творчески раскрыться. В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей. Подобного рода мероприятия способствуют повышению интеллектуального и творческого развития, где дети в полной мере могут раскрыть свой потенциал. А для самих педагогов это является перенятием опыта, столь необходимым в преподавании и воспитании подрастающего поколения. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».